Раз, два, три, четыре, четыре с половиной, пять. И тетрадок нет. А чернила? И чернил нет. А циркуль? И циркулей нет, а вот есть козьи ножки. Вот смотри. Сюда вставляешь карандаш. Вот так вот ставишь и крутишь. А карандаши есть? Карандашей нет. А в пузырьках что? В пузырьках ничего, они декоративные. А раньше что было? Мальчик, а не пошел бы ты в задницу? Сами вы идите. Чего? Ну что? Началось? Среда, Яков Алексеевич. Они в баню едут. Тетенька, а резинки есть? А резинки есть. Алло. Вот. Плотникова, к телефону. Ну что, берешь? Беру. Валь, получи с него. Спроси, по радио чего-нибудь Алло? Передавали? Ну спроси, спроси. Вот гады. Переворот? Да не, шланг резиновый украли. Яков Алексеевич, можно я домой сбегу? Мамы приступ сердечный. Будем об этом. Что уж, по-твоему, из счастливых семей нет? Есть. Одна на тысячу. Вот и у тебя будет такая. Чего ж ты заранее отказываешься? Мам, мы же договорились. Молчу. А как там Валька? Все меняет, кавалер? Меняет. Ну, правильно. Вот так поищет, найдет кого-нибудь.
А я помру, и останешься ты у меня одна. А ты меня спроси, легко ли всю жизнь одной? Мама, большинство женщин уже были замужем, разошлись и больше никогда в жизни замуж не выйдут. Ни за что. А люди скажут, никто замуж не берет. А что ты думаешь? У меня что, знакомых, что ли, нет? Да я не про это. И это есть. Кто? Ну, парень. А чё ж ты все дома-то сидишь? Гуляй, встречайся. Мам, ну куда же я пойду, если ты больная? Да зачем ты мне нужна-то? Я вам тетю Фрось постучу в стенку, она зайдет. Да иди, погуляй с ним. А ты знаешь что? Приведи его сюда. Телевизор вместе посмотрим. И мне веселее будет. А? А вот. Ну, если хочешь, может быть, я его приведу сейчас сюда. Доченька, туфли мои надень. Мам, ну сыро же, они испортятся. Надень. Шурик, здравствуйте! Как жизнь? Нормально. А кто это? Это Настя. Вы что же забыли? Ай-яй-яй. Мы на дне рождения у Мымрика познакомились. Да нет, я ее подруга. Я в бежевом платье была. А что вы сейчас делаете? Занимаюсь. А я как раз свободно думаю, дай позвоню. Погода хорошая. Может, погуляем? А я как раз занят. Шурик, вы мне нужны. У меня к вам дело. Надо поговорить. Ладно, жду всем у Энгельса. Хорошо, буду. Шурик! А вот и я. Привет. Привет. Ну, здорово. Что у тебя там стряслось? Выкладывай. Что ж, мы так и будем здесь стоять. Пошли. Пошли. Ну, говори. Честно, никакого дела у меня к тебе нет. Просто было такое настроение, и я решила тебе позвонить. И рада, что позвонила. Вообще-то мне заниматься надо. Нельзя все время заниматься. Жизнь пройдет, и не заметишь. А хочешь, пойдем ко мне? Че тут мерзнуть-то? А? Пошли. Молодой человек. Я? Дайте мне по морде, пожалуйста, а? Не реагируй. Я заслужил. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Идем, идем. Понял. Господин, дайте мне по морде, пожалуйста. Зимой, зимой. Любин. Если б я ему двинул,
У него бы голова отлетела. Да. Любе. Да ну его, можно? Прости, мне так удобнее. Ты извини, что я на каблуках. Слушай, а может быть зайдем к тебе за книжками и пойдем к нам заниматься? У нас спокойно. Там больная мама, но она тебе не помешает. Зачем? Зачем ты меня вызвала, если не можешь со мной использовать туфли на высоких каблуках? Шурик, не обижайся, это меня мама заставила. Зачем ты вытащила меня из дома? Сидеть с твоей больной мамой? На кой я и сдался? А вот ты вместо того, чтобы звонить кому попало, действительно с ней сидела бы. В следующий раз имей в виду, какой я не есть, если мне понадобится, я всегда себе найду кого-нибудь. И уж получше, чем ты. А это ты? Что с тобой? Проходи, ничего. Привет, Мымрик. Вот ты, Настя, умный человек, рассуди. Едем на концерт в совхоз Александра II на один день. На ночь. На ночь. С нами едет администратор. Это нормально? Администраторша. Бабе 100 лет. 40. Какая разница? А, вот они. Спасибо. Что это? Очки. О, это за мной. Я открою. Ну, перестань. Ну, ну не надо. Здрасте. Не, не ехать, что ли? Да как это не ехать? Ты что, охренел, что ли? Здрасте. Через 20 минут электричка. Я буду звонить. Так, пошли, 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 пошли. До свидания. Давай, быстрее. Ой, а сумку подождите. Да нафиг ему чемодан на один день. Вот. О, спасибо большое. Пожалуйста. Я позвоню. До свидания. Ну что ты его все время терзаешь? Он же у нас, ну, святой. Никогда его не провожаю. Не могу смотреть вслед. 2 человека у меня есть. Ты и Мымрик. И у меня 2. Ты и мама. Мама хочет, чтобы я домой привела какого-нибудь ухажера. Тогда она успокоится. Вот, хотела у тебя Мымрика одолжить. Горе ты мое, луковое. Ой, ну чего мужикам нужно? Давай Вальке позвоним. У нее к Валере всегда полная авоська. А может быть, не надо, а? Привет! Валечка, понимаешь? Потом расскажешь. До центра. Штука. Хоть 100. Залезай. На речке, на том бережочке, мы Марусенька белые. Эй, дамочка! А деньги? Я извиняюсь, шеф, не могу. Они не любят, когда я мужчинам плачу. Не любим, милый. Ну ладно. Увидимся еще. Ну что, скукожилась, иди сюда. Здрасте вам. Судари, знакомьтесь, это Настя. Нужен третий. Че, вы или позвоним? С ума сошел. Тогда Фиме. Да. Надо было их заранее предупредить. Ой! Что же это всем голову-то морочу? Я совсем забыла. Я ж себе не могу. Не могу. Извините, извините.
Хочешь, я с тобой пойду? Да ну не надо, спасибо, извините. До свидания, меня ждут. Скользко. Сударыня, лицо очень знакомое. Где я вас мог раньше видеть? Не знаю. Сударыня думает, что Александр Пичугин алкаш. Александр Пичугин ходил к динозаврам на работу водителем устраиваться, а динозавр Александр Пичугину наливают водки стакан. Выпей. Я выпил. Они сразу второй говорят, запей вода. И я выпиваю, а там водка. Шутники. Нет, все-таки знакомое лицо очень у вас. Где я его смог раньше видеть? Извините, а они по каким числам обещали трамвайный ток не давать? Почетным или нечетным? Почетным. А сегодня какое? Четное. Александр Пичугин, проснитесь, приехали. О, вспомнил. Сударыня. Сударыня, подождите, я вспомнил. Я вас по товарищу Энгельсом видел. Что это вы за мной идете? Я вас провожаю. Зачем? Я джентльмен. Послушайте, джентльмен, идите домой, ложитесь спать. Понял. Люди! Я и не нужен. А я никого не нужен. Я чужой на этом празднике жизни. Простите, прощайте. Что вы делаете? Пока. Ку-ку. Извиняюсь, не суждено. Боже, да ты... Идиот! Итак, все кончено. Да ты кретин! Судьбой неволимый, я осужден остаться жить. Да ты... Да... Псих ненормальный. Да тут люлька. А если б мимо, то 20 метров. А вот это был бы самый лучший вариант. Ну что мне с вами делать? Милицию вызвать? Зачем? Они меня все равно заберут. А где вы живете? Ивана Грозного, 6, КВ-9. Ну, давайте я вас домой отведу. Зачем? Я уже трезвый почти. Синяк есть? Напросился. И зачем тебе это надо было?
И Петимья. Что? На наказание за то, что я... В общем, ладно. Долго это объяснять. Ну что ж, пока. Всего вам доброго. Раздевайся. А, пуговичку застегни. А причешись. У тебя расческа есть? Ну, иди сюда. Мам, ну что ж ты встала-то? Да, мне уже лучше. Здрасте. Познакомься, это Александр. Настина мама. Очень приятно. Ой, ну что вы, не надо, у нас так. Настенька, дай тапочки. Садитесь, пожалуйста. Вы сюда, Настя сюда. А я тут с краешку. Угощайтесь. Макароны из муки, капуста домашняя, соль. Мам, мы уже поели, мы в гостях были. Да? Ой, жалко. Ну, выпьем по стопчике, да я вам мешать не буду. У меня на кухне дела. Настя у нас не пьющая. Он пас. Я пас. А. Ну, чё ж, я одна. Со свиданицем. Ну, мам, ты совсем. У тебя же сердце, а ты... Ой, да ну ладно. Ой, да вы курите, курите. Я потом. Простите, Александр, а когда вы с Настей познакомились? А то у нее все секреты, секреты. А он к нам в магазин заходит каждый день. Вот там мы и познакомились. А, понятно. А вот это вот все, это вот Настя вышла сама. Ну, это Ван Гог, Винсент, который ухо себе отрезал. Помните? Называется «Цветы подсолнухи». А сейчас Настя работает над «Лебединым озером». Это вот, помните, в балете? Он приходит на озеро, а лебедь, когда его увидел, ожил и начал танцевать. Красивая. Ожил и начал танцевать. Вот так. Там-там-там-там-там, та-та-там-там-там, там-там-там-там, там-там-там-там-там. Ну, мама. Я сейчас. А я поем. Вам кого? Масло для двигателя вы заказывали? Нет. Но мужик такой с бородой мне сказал, что квартира 9. А, это ниже. У нас в подъезде 2/9 квартиры, этажом ниже. Угу. Он уснул. Устал, наверное. Может, ему раскладушку поставить? Ну вот еще. Саша! Ты заснул. Ты его проводи, а
А то как бы наша шпана к нему не пристала. Тара-па-та-па-па-та-па-пам-пам. И. Саба-да-ба-дам. Сейчас. Та-ба-да-ба-там. Правильно. И теперь. Па-та-па-та-па-та-па-та-па-та. Осторожно! Люк. Вот и твой трамвай. Вот и мой трамвай. Хороший ты человек, надо встретиться. Можно. Как тебе звонить? 333-7722. Запомнил. Ну, до свидания, Танечка. Меня Настя зовут. Извини, провалы какие-то все. Пока. Значит, ты мне звони! Би-би-би-би. Эй, посторонись, разява. Фу ты, мать вашу, за ногу. Все дырки пооткрывали, паразиты. Эй. Ой, они давайте, специально давайте вам помогу. Шилась, бабушка. Крышки с люков сняли, чтобы народ проваливался. Да нет, бабушка, все домой фу несут. Железо все-таки. Разве это картошка? Ей только из рогатки стрелять. Хорошо бы этой картошкой, да ей в глаз. Кому? Да секильдявки этой, продавщицы. А ну давай, вытаскивай велосипед, я поеду. А может быть не надо? Сейчас темно, опасно. Тогда вези сама. За мной. Сюда. Велосипед неси. Ты это самое, спицы не помни. Машина импортная. Не помну, бабушка. Бабайка на тебе есть? Чего? Ну, порча с глаз. Да не, вроде нет. Могу снять. Спасибо. Не надо. Так. Заветное желание есть? Нет, бабушка. Нет. Врёшь. Заветное желание выполню два. В виде исключения вижу, не совсем ты еще сволочь. Бабушка! Бабушка, давайте велосипед затащим, а то сопрут. Тебя это не касается. Два. И не больше. Вот так-то. А Сашок-то сигареты забыл. Дым Отечества 5 штук. Тоже говорил. А, ну да. Хороший вроде бы парень. Тихий. Тихий? И выпивки меру знаю. Знаю. Скажи, чтоб заходил. Скажу. А Ван Гог ты ему понравился. Вот ты зря ругаешь. И лебедя вот эту. Ты доделай. Посмотри, мы тогда Ван Гога Сашку подарим. А лебедя сюда. Лебедю здесь лучше. Мам. Была бы я такая. Какая? Как это. Все бы от меня балдели. Да чего хорошего? Вся в перьях, как индеец. Ладно,
Давай спать. Была бы я такая. Девушка, садитесь, пожалуйста. Я? Да. Вы? Прошу вас. Испачкался? Извините. Извините. Мама! 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 Посмотри на меня! Красавица ты моя! Ты меня узнал? А что ты хочешь, чтобы я тебя не узнала? Канцтовары. Здравствуйте, Яков Алексеевич. Это я, Настя. Яков Алексеевич, у меня мама разболелась. Дайте мне за свой счет несколько дней. Да? Яков Алексеевич, я вас никогда не просила. Ну ладно, бери. Спасибо, Яков Алексеевич. А вы кто? За Плотникову, что ли? За Плотникову. Так если ей тяжело, пусть скажет, других найдем. Проблем не будет. Площадью мы обеспечиваем. Чего кричать-то? Я же работаю. Барышня. Здрасте. Здрасте. Ну, вам тут, девушка, делать нечего. Без вас, без вас. А вы гуляйте, веселитесь, развлекайтесь. Маргунин. Маргунин! Чего? У него всех крышки от люков поворовали. А он чего? Ты трубы завез? А где их возьму-то? А Лифу? А Лифа? Ну иди, сейчас выпишут тебе трубы. А Лифу? Я Лифу. А вы, девушка, отдыхайте, развлекайтесь. Я сейчас человека пришлю.
А вы, значит, наш новый дворник? Я за Плотникова. Плотникова? Знаю. Что-то знакомое. А то крышки-то от люков поворовали, а флажки никто не поставил. Ведь обязательно кто-нибудь провалится. Бывает. Ха! Точно провалился. Мамочки родные, так это же Тетерин. А ну, пошли. Владимир Николаевич! Владимир Николаевич, вы не беспокойтесь. Мы сейчас. Одну минуточку, вы отойдите. Да, мы нет, сами. Давайте вместе, что вы. А ну, берись. Давайте. Давай. И... Раз, два, три! И... А ну, еще разок взять. Ну, вместе. Раз, раз, два, три! Три! Опа! Бардак в районе. Ну что, трудно ограждение поставить, а? Так ставим, крадут, а потом за это дворники отвечают. Вы дворник? Вы? А что могут сделать дворники, когда у них даже для инструментов помещения нет? Что? Есть предложение. Какое? Купили японскую технику. Сама чистит, сама подметает, сама моет. Хотите посмотреть? Хотим. Я не могу. У меня мама... А мы ее уговорим. Мама! Мама! Мам! У нас гости. Здравствуйте! Все болеете, мамаша? Максим Петрович, что же вы сами-то побеспокоились? Я же сказала Маргунину, я завтра выйду. Ни в коем случае, лежите, пока окончательно не выздоровите. Это товарищ Тетерин, наш новый префект. А если что надо, вы скажите мне. И не стесняйтесь. Я скажу, паразит. Я все скажу. Второй год прошу мне кладовочку для инструмента сделать. Не чешутся. А вчера прихожу, шланг резиновый стырили. Вот так вот, господин префект. Ну, я надеюсь, сигнал принят. Вот мой прямой телефон. Если что, звоните. Буду рад. А мы тут решили вашу дочь с японской техникой ознакомить. Как, не возражаете? Мам, я им сказала, что я не могу. Да? Да чё ж не можешь-то? Поди и погуляй, хватит уж дома-то сидеть. Насиделась уже. Если мне на сердце тяжело, я в неё одной ищу ответ. Не потому что от неё светло, а потому что с ней не надо свет. Кругу миров мерцание светил, одной звезды, я повторяю ей. Смотрите вы на дорогу, разобьемся. Есть! Эх, Настя, Настя. Что? Этого я не хотел. Этого я боялся. Чего вы боялись? Я боялся влюбиться. Не смейтесь, это серьезно. Это только кажется вам. Меня вы совсем не знаете. Я влюбился, Настя. Может быть, первый раз в жизни. Понимаете? Ой, Владимир Николаевич, остановите, пожалуйста. Там свекла продается. Мне для борща надо купить. Только одно условие. Высидите.
Тетерин. Владимир Николаевич, вас мэр разыскивает. Скажи, что на встрече с избирателями. Понял. Тут еще японцы. Я сказал, буду в 13. В 13, все, отбой. Господи, как дети. Ну ничего, сами решить не могут. Может, послать все к чертовой матери и махнуть куда-нибудь, а, на природу? Владимир Николаевич, вас избиратели ждут, а меня мама. В кругу миров, мерцание светил одной звезды. Я повторяю имя. Скажите, пожалуйста, Ивана Грозного, это бывшая улица Свободы? Нет, это бывшая Клары Цеткин. Спасибо. Простите, Александр Пичугин здесь живет? Который? Ну, молодой такой, невысокий. А, Сашка. Left, right, then left. Understand? Да. Кто против? Я тоже держался. Принято. А я против. Ладно, замолчи. Thank you. Да, против. Пожалуйста. Можно мне? Вот цитата Достоевский. В смутное время перехода всегда и везде поднимается сволочь, которая есть в каждом обществе. И не только не имеет цели, но даже признака мысли выражает собой изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем, эта сволочь, сама не знает того, всегда попадает под команду малой кучки, так называемых передовых, которые действуют с определенной целью. И простите, а Сашу где можно найти? Куда ей налил угодно, по коридору, за кухней, вторая дверь. Совершенных идиотов. Что, впрочем, тоже случается. Гениально, верно? Абсолютно. Нет, не гениально. Я вам так скажу. Сволочи – те, кто себе по два комплекта гуманитарного белья забрал. А идиоты – те, кто за это проголосовал. Господа, господа, мы же договорились. У нас консенсус. Да в жопу такой консенсус. Войдите. Господа, прошу соблюдать парламентские выражения. Да ладно, здравствуйте. Простите, Александр, дома? Здравствуйте. Его нет, но он, может быть, скоро придет. Можете его подождать. Раздевайтесь, присаживайтесь. Меня зовут Оля. Извините. Кто вы? Если не хотите, можете не отвечать. Почему? Меня зовут Настя. Я работаю в магазине канцтовара, продавщицей. Это правда? Хотя, простите, какие у меня основания вам не верить. Так и будем считать, что вы продавщица канцтоваров. Пока. Почему пока? А потому... Потому что с вашими внешними данными вы через месяц-другой окажетесь манекенщицей где-нибудь в Америке. Или в крайнем случае в Израиле. Не знаю. Я с моими данными никуда не собираюсь. Ну, это все никуда не собираются. Извините, Настя, но откровенность за откровенность. Настя, я не знаю, какие у вас отношения с Сашей. Он мне брат, я его люблю. Он хороший, он очень хороший. Но поверьте, при всех его качествах он вас не стоит. Потому что вы, ну как вам это сказать? А Саша когда придет? Вообще-то после 6, но я думала, вдруг заскочит.
Вчера он забыл в одном доме сигареты. Меня просили передать. До свидания. А почему вы считаете, что ваш брат не стоит меня? Потому что вы — это вы, а он — это он. Добрый день. Девушки, добрый день. Здрасте. Читать умеете? Ой, у нас... Ой, кто это тебе? Чё? Ты чё, слепая? Женщина, читать умеешь? У нас обед. Вам от Насти Плотниковой привет. Я её родственница. Приехала к ним погостить из Твери. Настеньке? Как она там? За мамой ухаживает. Двор убирает. Вот я и решила поработать вместо нее. Пока. Нет уж, не надо. Ходи. Спасибо вам большое. Вы извините. Мы за нашу Настеньку уж сами поработаем. Ну, я пойду. Настя, привет передавай. Вообще-то у меня и знакомых в этом городе нет. Плохо, когда нет знакомых. А хотите, приходите к 7 часам в метро Махно. Там на презентацию мой муж играть будет. Очень престижное шоу. Спасибо, Катенька. Очень знакомое лицо. Где я вас мог видеть? Угадайте. Вчера. У динозавров? Как с моста прыгали. Помните? Смутно. А как в гостях заснули? Забыли. Вы Настя? Настя. Настя, я вчера... Пардон. Пропалы. А мама, она меня не обиделась, ваша? Наоборот, она всю ночь говорила, какой вы тихий, скромный. Да? Я не очень хорошо путаю. О чем мы говорили, когда вы меня провожали, вы помните? Ну, в общих чертах. А как свидание мне назначили? Забыли? Забыли. Конечно, помню. А где? Это вы мне скажите, где? Я-то помню. Метро Махно. В 7. Правильно, Махно. В 7. Настя, извините, у меня тут работенка подвернулась. Шеф, будь другом, останови технику, а? Опять встала. Настенька, посмотри, как мне больше идет? Вот до сюда или вот до сюда?
Хорошо, как было. Не, ну чё ж я буду как историческая? К нам теперь люди ходят. Да, вот до сюда. Мама, а ты, Степ, умеешь танцевать? Запросто. Все могут короли, ля-ля, ля-ля. Ой, мне же нельзя. Ну чё, сигарет-то отдала? Отдала. Та-та-та-там-пам-пам. Обрадовался? Обрадовался. Ой, ну все, была не была, режу. Мам, а как ты думаешь, удобно будет, если я позвоню Тетерину, попрошу, чтобы он Сашу к себе на работу водителем взял? Ну, конечно, удобно. Не, ну это что же получается? Только человек увидел и сразу с просьбой лезу. Ой, господи. Права есть у него? Есть, наверное. Тетерин. Владимир Николаевич, здрасте, да. Еще раз. Владимир Николаевич, тут Маргунин забегал. Они хотят дверь от туалета поставить. Представляете себе? Мам. Да они над нами с вами издеваются просто. Да ее же пальцем проткнуть можно, это же картон. Кого проткнуть? Да в дверь, в кладовочку. Какую дверь? Кто говорит? Это Тоня Плотникова. Какая еще Тоня? Мама Насти. Здравствуйте. Мам, ты про Сашу скажешь. Да ладно. Извините. Владимир Николаевич, мне вот тут Настя подсказывает. Да-да. Вы знаете, у нас один родственник есть, Саша. Интеллигентный такой, тихий, не алкоголик. Вот нельзя ли его к вам на работу водителем устроить? Ну, почему нельзя? Можно, пусть сегодня приходит. Спасибо. Да не за что. Скажите, а Настя рядом? Дайте трубочку. Настю? Сейчас дам. Тебя? Меня нет. Ой, вы знаете, она только что в ванну отошла. Передавайте привет. Хорошо, передам. Спасибо, Владимир Николаевич. Но вы про дверь не забудете? Не забуду. Спасибо. До свидания. Ну все, полный порядок. Сейчас он позвонит и выскажет этим паразитам. Мама, про Сашу-то что? Тоже порядок. Берешь Сашка и со всеми документами дуй к Владимиру Николаевичу. Только скажи обязательно сегодня, а то желающих много. На такое-то место. Алло, Оля, это Настя. Оля, а Саша пришел? Нет. Вот возьму и повешусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините за уличное знакомство, но, может, мы вместе будем обедать и делать фотографию? Не, не будем. Тогда, может, мы купим фирменные вещи, и вы будете в моей фотоколлекции красивых русских женщин. Нет. Доллары плачу. Мистер, хотите фокус покажу? Плохо понимаю. Можно? А зачем? Фокус. Смотрите. Окей? Решим. Verflixt noch mal, Mensch! Убежали. Оля, ты сумасшедшая. Надо было ему еще бакенбарды отодрать, козлу иностранному. А где твоя шляпа? Ой, там свалилась. Подожди. Да бог с ней, не ходи, не надо, побьют.
Извините, но у этой шляпы есть хозяин. Извините. Эй, красавица! Ты куда? Стой, по-хорошему говорю. Но это же наша шляпа. Только подойди, только попробуй сейчас так звездану, что да? Всю жизнь на лекарства работать будешь. Что? Совесть у вас есть? Чего? Но мы же вас не трогаем. Да ты такая... И вы нас не трогаете. Так себя ведешь. Давай! Нету никого. Одна шушера. Косой! Пошли. Держи. А телевизор? А сыр? А посуда? Несу. Знаете, Настя, до 13 лет я была гадким утенком. Куда? А когда... Мы к Тетерину. Угу. А когда проходите. Поняла, что могу кому-то нравиться, потеряла к этому всякий интерес и стала синим чулком. А как вы относитесь к любви? Она есть? Наверное, есть. А я вот не могу влюбиться. Хочу... Мы к Тетерину. Проходите. И не могу. Почему? Наверное, это слишком требовательно. А как вы относитесь к Шекспиру? Шекспир – английский писатель. А как вы понимаете слова Гамлета, чтоб добрым быть, я должен быть жесток? Прости. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где кабинет господина Тетерина? Это там. Благодарю. Вот здесь права, справки всякие. Вы идите, а я подожду. А вдруг чего-нибудь спросят? Идем, идем. Извините, а кто здесь крайний? Мы. Тогда мы за вами. Да. И здесь все от вас балдеют. Или вы уже привыкли? Ну, мы во всем договорились. Не совсем. Спасибо, господа. Прошу. Вот, познакомьтесь, самая красивая девушка Москвы. ご紹介します。これがモスクワで一番美しい女の子です。どうも、初めまして。 Анастасия Плотникова, сан. Плотникова, сан дес. Сайонара. Спасибо. Сайонара. ありがとうございます. Сайонара. 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 Владимир Николаевич, Вашингтон вызывает. О, сайонара. こちらへどうぞ. Как только освобожусь, Плотникова ко мне. Сайонара, Анастасия Плотникова, сан. До свидания. До свидания. Я вижу, вы и Тетерина успели очаровать. Оленька, я знаю его 20 минут. Ой, Настя, шапка-то не моя. Как? Чужая. Совсем новая. Этикетка есть. Кошмар. Да что же получается, мы у него ее украли? Приватизировали. К нему нельзя. У него с Вашингтоном переговор. Надолго? Не знаю. Но следующий пойдет Плотникова. Кто? Плотникова. Он так велел. А ты скажи, что я здесь. Владимир Николаевич, извините. Здесь Жукова, а вы велели Плотникову. Я запуталась, не знаю, кого пускать. Владимир Николаевич, вы меня слышали? Плотникову. Насколько я понимаю, вы Плотникова? Я. За что? Дрянь. Куда? Значит, свеклу новеньким покупаем. Демократы облезли. Гадина. Волос! Волос отпусти, дура! Оля. 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 Ну что еще? Ну выслушай меня.
А чего выслушивать? Что Тетерина всего 20 минут знаешь, это я уже слышала. И оставь нас в покое, ясно? Это несправедливо. Чтоб добрым быть, я должен быть жесток. Шекспир, Гамлет. Носи, дружок. Инвестиция. Мерседес 600 увезет вас от всех. Яков Алексеевич, можно я тут посижу? Я Настя Плотниковой родственница. Вообще-то нельзя. Служебное помещение, ну... Купальники фирмы Каталина. Продается в США и в магазинах «Березка». США. Зачем? Не надо, мы сами. Ну что вы? Что вы? Не расстраивайтесь. Настенька придет, все сделает. Не надо, не плачьте. Успокойтесь. Не надо. Холодно. Не плачьте. Музей пошла закрыт. Поборьте, ни за что дали. Ну ничего. Сейчас всем поможет, дают. Я ему звоню, она трубку бросает. Яков Алексеевич, может, вы ему звоните? Не, мне не лучше. Да это не для меня, это для вашей любимой Насти. Для Насти? Ну да. Понимаете, она познакомилась с одним молодым человеком, а его сестра решила, что она развратница. Настя Плотникова? Да. Как ей звонить? Вот телефон. Как зовут эту сестру? Оля, только с ней не надо разговаривать. Вы Сашу попросите, а Оля, я... вас беспокоит директор магазина «Кантовары». Я хочу вам сообщить... Во-первых, Настя Плотникова – прекрасный работник. Во-вторых, Настя Плотникова – кристальной души человек. В-третьих, Настя Плотникова в моральном отношении… Берет. Дзержинского берет. $3. Так, я ему глазки сделала. Дура я. Надо было 5 сказать. Сталина. Это как… Сталина, предложи. Это я не вам. Я перезвоню. Извините. Помоги, а то уйдет. $1. Yes. $2. Yes. И $3. Хорошо? Yes. Мистер, историей интересуетесь? Рекомендую взять весь комплект. $2. А, это товарищ Леонид Брежнев. Совсем молоденький. Уже дефицит. Берите. Фройлайн, я подошел к вам сделать фото, потому что вы похожи на Мадонну. А что вы мне сделали? Дырку в шерсть. Хулиган. Затравить русский капитализм. Вот шляетесь здесь, весь бизнес портите. Яков Алексеевич, а Яков Алексеевич, может, мы их всех на полке поставим, чтобы видно было, а? Да, всех, кто у нас есть на полке. И сами станем за доллары. Ой, усик откололся у Сталина. Можно приклеить. Женщина сладкая. Ну что вы трогаете товар руками? Вообще лезете? Это опять я.
Да. Да? Да ты и твой братец мизинца Настиного не стоите. Только у нас. Сама ты префектурная куртизанка. Купальники в фирме Каталина. Продается в США и в магазинах «Березка». Может, вот так, в белом? Нет. А вот смотри, в сереньком. Не очень. А может, в зеленом плаще? Тоже не очень. Очень не очень время, господа. Вон та, в курточке. Свет! Перекрывай. Перекрытие. Камера. Граждане, проход закрыт. Проходите на выход. Трамвай, трамвай. Проходим, проходим, проходим. Итак, компьютер показал нам миллиардного пассажира. Поздравляю вас, вы миллиардная пассажирка. Представьтесь. Что? Как вас зовут? Повторяю. Анастасия. Анастасия. Замечательное русское имя. А теперь минута рекламы. Девочка, на макияж. Повторяю, граждане пассажиры, ну будьте сознательны, по-хорошему просим. Наша очаровательная счастливица. Аплодисменты. А теперь наши миллиардные спонсоры приготовили сюрпризик. Кофточку ли, плащик, прошу. Пальтишко немножко песцовая. А теперь две минуты рекламы. Это для телезрителей, а для нас белый танец. Миллиардная, приглашайте кавалеров. Извините, а можно я приглашу своего знакомого? Он должен приехать. Вот когда появится, тогда вы его и пригласите. А пока позвольте его заменить. Семья, во-вторых, это ненадолго. Вот чек на культуру вручим, мы будем закругляться. Катя, извините. Катя, это я. Узнали? Конечно, узнала. Познакомьтесь, Екатерина. Это она меня сюда пригласила. Вечер добрый. Нет повода не выпить. Михалыч!
Деятель культуры водку пьет. Пусть пьет, на всех хватит. Дело хозяйское, только учти. Чек на культуру он будет получать лежа. Пошли. Извините. Я Кате уже говорил, что Чехов прав. Когда видишь красоту, то чувствуешь себя явлением временно. А красота, она вечна, как небо, как море. Да никому не интересно, кто там что говорил. Пойдем потанцуем. Пойдемте танцевать. Идемте, мы вас приглашаем. Старик, слушай, выручай. Давай цветочки на ремень. Ремень? А это что, Врангер? Ассоциация независимых пассажиров. Нужно срочно передать цветочки на Махно. Проснулись. Раньше надо было. Теперь там двери не открывают. Они тогда голодовку объявят. Ладно, посажу вас в заднюю кабину. Прокатиться на валютном теплоходе. А нам можно? Это ваши друзья? Да. Они тоже приглашены. А это моя девочка. Вы все приглашены. Вся шопна. Это сказка. Нурик, я, наверное, не смогу поехать. Мне завтра рано вставать. А что ж так делать? Постой. Слушай, давай я попрошу Зяму. Он тебя проводит. Счастливо вам поплавать. Катя, подожди. Катя! Ну что ж ты стоишь? Иди догони ее. Так ее не догонишь уже. Эх ты, она тебя так любит. Уйди от меня, видеть тебя не хочу. Уйди. Бильярда? Ну, кончай бузить, бильярда. Идем сниматься на обложку. Господа, а теперь для дяди Савелия сюрприз. Познакомьтесь, мисс Тверь, мисс Израиль, прошу. Господа, можно секундочку? Саша Пичугин просил передать, если помните такого, цветы запоздалые. И просил передать, что уехал в Сингапур навсегда. Саша, пока! Саша, куда вы? Подождите! Я сейчас все объясню. А вот Оля была права. Вы это вы, а я это я. Но это же случайность. Нет, это закономерность. Такова жизнь. Желаю вам счастья. Сейчас чек на культуру вручать надо. Да пошли вы все! Господи, зачем мне это нужно было? Не хочу. Не хочу.
Алло? Настя, это Саша. Я вчера что-то не то, а? Да. Ты в каких концтоварах? У моста? Да. Так я зайду, а? Да. Зайду. Жду. Девушка, вы куда? Я к одной знакомой. Какая к ляху знакомая? Тут 5-й год ремонт идет. Открыто. Это я. Ну как мама? Нормально. Валь, придет один парень, будет спрашивать Настю. Скажи, что она улетела в Тверь. Навсегда. Смотри, а я прокатилась. Здрасте, Яков Алексеевич. Пришла? Угу. Это хорошо. Вы нездоровы. Бессонница. А куда вы его? Сломался. Везу в мастерскую. Может, починим. Вот Настя пришла. Хочешь с ней поговорить? Нет, 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 я не буду. Не хочу. Она не хочет. Ну ладно, Мымрик, мне пора. Ты звони мне, ладно? Звони. Настя, представляешь, он разбудил меня. И говорит, говорит, говорит. Катя, сейчас придет один парень, будет спрашивать Настю Плотникову. Так ты ему скажи, что она улетела в Тверь. Вот у нее. Он говорит, что у вас продаются ластики, нам 100 штук. Больше двух в одни руки не отпускаем. Нам на всю школу. Да дай им, а то они всю шантропу сюда приведут. Катя, выбей ему 100. Здрасте. Здрасте. Скажите, Настя Плотникова здесь работает? Угу. Упорхнула Плотникова. Не понял. Да это мы о другом. Насти нет, она улетела в Тверь. Какая Тверь, девушка? Я с ней только что по телефону говорил. А она поговорила, Кать, и сразу улетела. Больше ластиков не выбивай, это все. Так, значит, улетела. Улетела. Надолго? Навсегда. Вот здесь в каждой коробке по 30 штук. Вы посчитайте сами. 1, 2, 3. Значит, я в Сингапуре, вы в Твери. И нет у меня прощения. Это вам отзыв. Тетенька, а вот у вас в одних коробках белые ластики, а в других зеленые, а желтых нету. Я сейчас. 34, 35. Саша! Саша! Под Азурью
что? Понял. Я чужой на этом празднике жизни. Люди, простите. Прощай. Да не бойтесь, там люлька. Какая люлька? Люльку еще утром увезли. Господи. Руку! Руку дай! Руку! Ну, ну же! Секундочку. Я тебе говорил, что ты человек хороший? Говорил, руку давай. А что ты мне очень нравишься, говорил? Не говорил. Ну, считай, что сказал. Мать вашу за ногу! Все дырки пооткрывали, паразиты!